Так, мужики, произошла у меня проблема с бензонасосом недавно. Хочу вам показать все симптомы. Вот как определить, это бензонасос это или что это вообще. Вот нажимаю на газ, набирается газ, вот видите, постепенно, и на холостых он выше 5 не может продавить насос. Бывает вообще вот так вот до двойки, все выше не поднимается. Вот машина едет рывками. Вот менял я сеточку в районе 3 месяца назад на бензонасосе, ну и похоже сейчас придется опять ее менять. Так вообще плохо набирается. Вот. Как сниму бензонасос, сейчас покажу, что там произошло с этой сеточкой, в каком она состоянии. На 100% уверена, забита полностью. Такое бывает после того, как прошлый хозяин, вот к примеру, на моей машине ездил на пустом баке практически всегда. Бак этот проржавел. Ржавчина теперь забивает эту сетку постоянно. Для того, чтобы избавиться от этого всего, нужно снимать бак, чистить его, либо устанавливать новый бак. Ну, короче, представляете, что за заморочки. Кто вообще из этой ситуации как выходил, напишите в комментарии. Самому интересно, как вот бюджетно выйти из этой ситуации. Так, находим предохранитель с надписью PUMP. Вот он, Fuel Pump. Я его вытащил уже. И вытаскиваем. Далее заводим машину, чтобы проверить, не осталось ли топлива в магистрали. Вот она завелась и заглохла. И так раза три, чтобы все вышло и не забрызгало вам там все бензином. Так, все. Можем вытаскивать бензонасос. Так. Такая ржавчина. Сетка вся черная. Так, новая. А старая. Так, снял я сеточку. Вот так вот она выглядит. Хочу ее разрезать, посмотреть, внутри вот эта чернота есть или это только вот снаружи. Кажется, то, что она и внутри есть. Сейчас разрежу, сниму. Внутри вроде как нету. Она вот черная, но она снаружи черная. Такая вот пропиталась она. Тут она трехслойная какая-то сетка идет. Вот она. Один слой тоненький, а вот во втором застревает все получается. Вот. Внутри нет, в принципе, чисто внутри. Если бы попала вовнутрь, вот эта вот ржавчина, то бы получилась бы вся система забита. Получилось бы, что у нас чистка бака, чистка всей системы, форсунок. Вот, и только тогда уже можно было бы ездить на ней нормально. А так пока что просто машина херово ехала из-за забитой сеточки. И повышенный расход был. Заводилась хуже. Вот. В принципе, сейчас заменю сетку и посмотрим, что будет. Да, сетку хочу показать вам. Сеточка у нас трехслойная, думал двухслойная, трех.
первый слой просто как сеточка идет, второй слой идет как вата такой, вот он в себя напитывает, и третий опять идет как сеточка, но только очень-очень с маленькой ячейкой. Вот это с крупной ячейкой, а это прям с очень маленькой. И в принципе этого хватает, чтобы бензонасос не попало ничего. Так, ну и что изменилось, пацаны? Хочу сказать вам, какие минусы, какие плюсы. Минусы — это вот единственный минус — бензином теперь воняет в салоне. Нужно как-то это все дело проветрить. Вот. Плюсы. Машина стала реагировать лучше на педаль газа, заводится лучше. Но расход не проверю никак, но он должен уменьшиться, по идее. Как бы прилично уменьшиться должен. Вот. Обороты набираются быстрее на машине, едет намного приятнее машина. Вот. Так что, если вот такие у вас симптомы, проверьте, попробуйте сеточку бензонасоса. Это, конечно, самый минимум. Вот. Но бывает, это помогает. Так что, вот так. Всем пока.